Дорогие подписчики, мы рады приветствовать вас на канале Style News. Перед просмотром жмите на колокольчик и подписывайтесь. Приятного просмотра! Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, уедет лечиться в Европу. Уже сейчас родственники звезды готовят все необходимое, чтобы как можно скорее уехать из России. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на интервью ясновидящей Кажетты Ахмеджановой. Именно звезда «Битвы экстрасенсов» увидела такое будущее у артистки. По словам гадалки, у Анастасии нет возможности нормально восстанавливаться после операции. Ее постоянно преследуют журналисты, поклонники. Кроме того, за границей медики окажут более качественную помощь, передают источники. Анастасию ранят новости о ее болезни, а также навязчивость любопытных людей. Репортеры караулят возле дома звезды кино в поселке Крёкшино, а также постоянно дежурят у входа в реабилитационный центр. Я вижу, что в скором времени Анастасия уедет из Москвы. Вероятнее всего, переедет в Европу. Она понимает, что в России спокойно восстанавливаться ей не дадут. Напомним, страшный диагноз Анастасия узнала весной прошлого года. Головные боли и тошнота по утрам заставили звезду обратиться к врачам, которые диагностировали опухоль мозга. Заворотнюк перенесла две операции. Как пишут в СМИ, сейчас у артистки парализована правая часть тела. Родственники пока не дали официальной информации о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня», поэтому все данные можно считать простыми слухами. Благодарим вас за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться, чтобы не пропустить самые свежие новости. До встречи!